Нажимаем на шестеренку. Первое, что нужно сделать в этой игре. Нажимаем дата и выбираем русский язык. Да-да, он здесь есть. Хотя многие говорят, что его в игре не существует. Есть здесь русский язык. Выбрали. Теперь более-менее все становится понятным примерно на 5%. Смотрите, будем идти по порядку. Первая вкладочка локально. Эта вкладка нужна только для того, если вы играете по сети с друзьями в одном помещении и подключены к одной сети Wi-Fi. Поэтому я уверен, что большинству локально не подойдет. Выходим и смотрим теперь вкладочку с микрофоном. Здесь всякие новости про обновления, и почему-то Among Us очень затянулся, и вторая часть, и до сих пор еще не вышел. Шестеренка. Здесь мы можем выбрать управление как джойстиком, так и касанием. Но касанием как-то работает кривовато, поэтому я советую тебе играть именно с джойстиком, где ты можешь выбрать размер по ходу игры. Музыка и эффекты. Музыку, в принципе, лучше выключить, потому что она здесь напряжная. Идем дальше. Здесь у нас идет все про создателей, оно нам не надо. Статка. И следующее это у нас... Донат. Ну, согласись, его здесь не так много, как в PUBG. Изначально, когда ты только установил игру, у тебя показывается реклама после каждой катки. Ты можешь ее удалить всего за $2, если нажать Remove All Ads. Как видишь, в левом углу под человечком, под мультяшным этим персонажем, вернее, находится цена. Также здесь есть донат на животных, которые будут бегать с тобой. В PUBG там сокол был у нас. Здесь вот всякие приколюхи, и стоит это $3. За вот такую вот красоту нарисованы. Также есть скины. Скины гораздо дешевле. На доллар, на целый дешевле. Вот такие скинчики. Ну, здесь, я думаю, ребят, вы и сами разберетесь. Здесь понятно. Это донат. На геймплей он...